Интересный факт. Старинные колодцы, из них раньше заправляли водой паровозы, сохранились в Рыбницком районе. У села Буськи был каптаж. Это инженерное сооружение, чтобы добывать воду из-под земли. Потом этой водой заправляли паровозы, которые стояли на станции в селе Воронково. Здание старинного вокзала там есть и сейчас. Наверху каптажа 7 гранитных колодцев. В них накапливается вода, потом поступает в резервуар и оттуда уже на ЖД-станцию. Железнодорожная станция села Воронково. Именно сюда из Буськов и спускалась вода. Скорее всего, она доходила вот до этой вот колонки. Отсюда протягивался шланг и заправлялся паровоз. Они работали на воде. Когда построили здание, не знает никто, но здесь есть интересная металлическая отметка от военного топографического управления и цифры 682. Это отметка расстояния над уровнем моря. Зачем их ставили на ЖД-станциях, я не знаю, но смотрится очень аутентично. Наша съемочная группа исследовала колодцы и вокзал Воронково. Готовим большой репортаж об этих местах.